Приветствую на канале Картовый Плейс, с вами снова Виталий, фрилансер, короче говоря, и проходим. В прошлый раз у нас мы нашли пиратов, которые напали на базу, там, на планету или что-то там, что-то вроде того. Вот, и нам сказали, иди подкачайся немножечко. Я тут подкачался без вас, поднасобирал бабла, поднабарыжил. Так что теперь будем проходить сюжетку уже без штанов, без... А, ну и, короче, новый у меня корабль очередной. Давайте я вам сейчас его быстренько покажу. Еще я выяснил, что можно Escape нажимать и пропускать все эти развороты. Это, короче, такой же корабль, как у этого, у Джона Лысого. Или как он? Лысый, усатый мужик. Забыл, как его зовут. Вот. Нам сказали, встреться в баре с китаянкой или японкой, или кто она там. Поговорите с Джуни, вот она. Рад снова тебя видеть, Рент. Ну, все в сборе. У СБС есть интересное задание для тебя. Я к этому не готов. Что? Прекрасно. Ладно, Трент, мы подождем. Можем, черт побери. Мы подождем. Мы можем тебя подождать, Трент, но недолго. Ты мне нужен на этом задании, но только если справишься. Стареешь, Джунка? Не волнуйся. Он вернется. Стареешь? Я, блин, хотел немножко погромче эти сделать диалоги. Да, вроде оно и так громко. Фрипорт 7 был уничтожен. Человека убили прямо на моих глазах. Мы сами чуть не погибли. Все из-за него. Фрипорт 7 был уничтожен. Человека убили прямо на моих глазах. Нормально. Эффекты так себе. Музыку, если сделать громко. Ну. Смотрим. Хотите оставить? Да-да-да. Ну что, поехали. Я согласен. А, да. Сразу согласился? На этот раз ты уверен? А, нет. Награда 4,5 косаря. Что надо? Цель захватить контрабандиста артефактов. СБЛ был информирован, что разыскиваемый... Блин, как глаз чешется сразу. Это, короче, эффект этих самых всех летсплейщиков. Чешется глаз или что? Так, короче, поехали. Да, звучит неплохо. Отлично, теперь по порядку. У СБС есть наводка на пиратов, которые занимаются контрабандой артефактов. Что за артефакты? Инопланетные, древние, очень высоко ценятся у коллекционеров, как высокое искусство. Свобода целенаправленно отслеживает и ограничивает торговлю ими. Но СБС собирается ввести запрет по приказу президента. Можно я договорю, да? Его зовут Шон Эшкрафт, мы уже за ним следим. У нас есть информация, что он хочет провести поставку в Нью-Йорк через Колорадские врата. Мы хотим взять его. Твоя работа — остановить конвой до того, как он попадет в Нью-Йорк, и привести его сюда на допрос. Он будет не один, так что будь осторожен. Я загружаю код доступа к Колорадским вратам в твою нейросеть. На твоем корабле установлен сканер и луч захвата. Напомни ей о премии. Как насчет премии? Я получила коды доступа к остальным вратам. Ты их получишь, как только доставишь Эшкрафта. Правда? Да. Трент, мне надо на СТО. Увидимся в космосе. Хорошо. Тут надо диалоги немного туповатые. Ну, 2003 год, представляете, вообще для 2003 года, конечно, очень крутая игра. Это было вообще там что-то супер-пупер. Пупер-супер. Кстати, надо потише меня сделать. Там вроде как я бы до 70, да, вот где-то так. Я тут, у меня ночь, особо орать мне не получится, но тем не менее. Короче, все, полетели. Я хочу все-таки тут прикупился немножко. Крутые роботы.
Лониган, это ты? Когда это тебя выпустили из больницы? Ты думаешь, ты в безопасности? Так ты ошибаешься. О чем это ты? Что ты думаешь по поводу Фрипорт 7, а? Станцию в пух и прах разнесло. Как, между прочим, и мой корабль, мой рудовоз, и мой миллион кредитов, которые ты мне, кстати, все еще должен. Как нажито, так и прожито. Нет, ну уж нет. Мы договаривались. А, это больной, которого привезли. Вместе со станцией. Все это так давно было. Да, это все равно не имеет значения. Они нас всех хотят убить. Кто хочет нас убить? Люди. Люди из правительства. Они найдут накладную. Им станет известно, кто там был. Они меня уже спрашивают. Но я не дурак. Я сбежал с больницы. Подожди, что? Ты сбежал? Да у меня не было другого выхода. Они ведь за мной пришли, Трент. Из-за того, что я видел на станции. Я видел, что сделала вот это с нами. Со мной. Там были такие корабли. Но они были там, их там... Лониган, ты несешь какой-то бред. Да ты не понимаешь, они меня теперь знают. Я здесь больше не в безопасности. Никто из нас не в безопасности, Трент. Нам надо смываться. Черт. Эй, Лониган, постой! Слово. Эй, что ты делаешь? Эй. А. Эй. А. Приди в себя. О, мамусь. Ну и видок. С тобой все в порядке? Я не знаю. Что с тобой случилось? Два человека. Они на меня набросились. Ай, мои ребра. Где Лониган? Лониган? Кто такой Лониган? Они, должно быть, его забрали. Трен, а ну возьми себя в руки. Помнишь об Эшкрафте и о задании? Да. С ним будет все в порядке. Пошли, Трент. Нас ждет работа. Ты уверен, что ты в состоянии с этим Я справиться? В порядке. Тогда увидимся, когда вернешься. Удачной охоты. Какая-то херня, типа, творится. И мужик. Главный злодей, как обычно. Или нет? Яйцо Фаберже. Или что это? Фиолетовая какашка. Эпичное падение сигареты. Целая сигарета, которая не отваливается ничего. Это палочка. Кингом в космосе, да. Короче, сюжеточка, да, подъехала. Так, я тут кое-что менял. И, похоже, не стоило это делать. О. Так, поехали. Сколько можно? Вот тут сколько? Уже 8 минут соплей. Продолжить. Там нам все равно все покажут, все расскажут. Давайте. Вот ты где. Я уже начал сомневаться, в порядке ли ты. Хера. Ты ведь в порядке, да? Почему тут громче, да, чем? Да, я в порядке. Хорошо. Так что там такое было? Кто такой Лониган? Мы были на Фрипорте 7. Паузу поставлю, чтобы не пропустить ничего. Блин, что со звуком? То громко, то тихо. Собирались заключить сделку, когда нас атаковали. Он попал в больницу. Я жду, когда он вернет мне мои деньги. Ну и? Что он сказал? Ничего о деньгах. Он сказал, что сбежал из больницы. Его преследовали какие-то люди. Но затем появились эти двое ребят и застрелили его. Возможно, он просто сошел с ума. Эх, мне никогда не заплатят. Прощайте миллион кредитов. Миллион? Держись, мы уже почти у торговой линии. Тут корабль стоит что-то под 5 или 7, или что-то 8 тысяч долларов, ну, кредитов. А он типа ему миллион должен был, да? Ну и чё? Это ещё сюжет? Наш маршрут проходит мимо форта Буш и прямо к вратам Колорадо. Угу. Вперёд, Трент! Стыковка. Как тут В смотреть? Вот такой, знаете, поприятнее, чем то, что у нас было, жучок какой-то. Ушечки такие, да?
поманёвренен. Выглядит как-то более... Активация завершена! Инициация гиперперехода! Истребитель. Хоть пиратов нету. Пираты достают. Отсюда до врат Колорадо совсем недалеко, летим! Стыковка. Операция завершена. Стыковка с торговой линии началась. После нападения на Шульского флот дислоцировал линкоры у всех врат. Они сканируют каждый корабль, входящий или покидающий системы Нью-Йорк. Типа нас сканировать тоже будут. А чё мне в трюме там? Говорит диспетчер гиперперехода линкора Единство. Назовите себя. Единство! Это патрульный Гамма-6 на спецзадании СБС. Прошу разрешения перейти в систему Колорадо. Прием! Патрульный Гамма-6, разрешено продолжить движение. Ясно! Гамма-6, конец связи. Это было не так страшно! Полетели! Куда? А. Стыковка. Тут же гиперврата, типа, между системами. Посмотрим, что это такое. Побыстрее можно к ним двигаться. Хорошо. Следующая остановка. Система Колорадо. Прикольненько. Межсистемный прыжок удался. Все системы в рабочем состоянии. Трент, займи позицию торговой линии. Это Джуни Эшкрафт. Замечен в системе Кеплера. Мы не знаем, куда он направляется, но похоже, что идет в твою сторону. Держи ухо востро. Конец связи. Понял. Трент, нам надо сканировать каждый пролетающий корабль. Лети к ключевой точке и занимай позицию. Как сейчас нас научат сканировать, да, или что? Хорошо, глуши двигатели. Будем ждать здесь. Кинг, конвой Эшкрафта только что вошел в Колорадо. Мы установили западню на станции Пуэбло. Оставайся на месте и убедись, что никто из его людей не скрылся. Конец связи. Это типа Кинг. Трент, будь начеку. Чтобы просканировать корабль, возьмите его в прицел или выберите корабль в вашем списке контрактов. Какой список контрактов? Ладно, кликните на иконку «Сканировать» в левом нижнем углу. Вот это? Переключение на цель? Нет. Ближайший враг. Ладно, посмотрим. Помните, что вы должны быть на достаточно близко, чтобы его просканировать. Где? Кого? Вот со сканированием я что-то вообще не вкурил. Начинаю последовательность торговой линии. Нажимаем корабли. Кинг это вот он. Есть какой-то... Вон, конвой, нацеливайся на корабли и сканируй груз. Инициирую алгоритм торговой линии. Вот этот. Как сканировать? Связь с объектом сканировать. Сканирую груз. О, английская. Сканирую груз. Понятно. О, да? А это что у нас? Понял. Лечу. Следуй за мной. Вы арестованы за нарушение закона СБС об артефактах. Отключите двигатели. Трент, стреляй в его двигатели. Начинается. Пробел надо нажать. У меня очень крутое сейчас оружие, он сейчас просто сдохнет или нет. Что-то оружие не особо-то крутое. Ну типа охранники. Ты с ума сошел? Прекратите огонь или будете уничтожены. Я надеюсь, у вас хорошие адвокаты.
Это же злоупотребление властью! Я подам в суд! Джон Эшкрафт, вы арестованы! Я не Эшкрафт, башка ты дырявая. Тебе точно влетит от начальства. Что? Имя Космо Бенаспра. Помни, я стану твоим наихудшим кошмаром. Это незаконный арест, травля и порча частной собственности. Кинг, наши планы провалились. Эшкрафт прорвал блокаду в Пуэбло. Мы потеряли контакт со станцией. Лети туда как можно быстрее. Вас понял. Мы летим. Вы атаковали должный объект, блин. Ну ладно. Давай еще раз. Не хотел проверить просто. Межсистемный прыжок удался. Все системы в рабочем состоянии. Трэнс, займи позицию торговой линии. Хотелось проверить. Это Джуни Эшкрафт, замечен в системе Кеплера. Мы уже знаем, что он провалится. Похоже, что идет в твою сторону. Держи ухо востро. Конец связи. Понял. Трент, нам надо сканировать каждый пролетающий корабль. Лети к ключевой точке и занимай позицию. О, блин, о, так неудобно, далеко находится так вообще. Хорошо, глуши двигатели. Будем ждать здесь. Кинг, конвой Эшкрафта только что вошел в Колорадо. Мы установили западню на станции Пуэбло. Оставайся на месте и убедись, что никто из его людей не скрылся. Ну, блин. Конец связи. Понял. Трент, будь начеку. Сканируй груз. Медикаменты. Прикольно посканировать всякую шлягу. Типа барыги летают. Пристегнитесь, мальчики, и мы отправляемся в пункт системы Нью-Йорк. Вон, конвой, нацеливайся на корабли и сканируй груз. Короче, мы уже знаем, что понял, вот этот лечу, артефакт. Следуй за мной. Вы арестованы за нарушение закона СБС об артефактах. Отключите двигатели. Трент, стреляй в его двигатели! Да, мы уже знаем. А мы его быстренько уделаем. Хватит кружить. На этот раз он подольше немного. Ну что-то как-то кружит очень. Давай же. А чё башка-то дырявая? Он говорит, о, адвокат, а сам сопротивляется. Ладно, да ладно же. Ты с ума сошел? Что? Прекратите огонь или будете уничтожены. Я надеюсь, у вас хорошие адвокаты. Это же злоупотребление властью! Я подам в суд! Джон Эшкрафт, вы арестованы! Я не Эшкрафт, башка ты дырявая! Тебе точно влетит от начальства! А хрена ты артефакты? Что? Таскаешь? Имя Космо Бенаспра. Ну? Помни, я стану твоим наихудшим кошмаром! Это незаконный арест, травля и порча частной собственности! Кинг, наши планы провалились. Эшкрафт прорвал блокаду в Пуэбло. Мы потеряли контакт со станцией. Лети туда как можно быстрее. Вас понял. Мы летим. Это возмутительно. Игра сохранена, ну хоть сохранена. Блин, я же его удалил. А, я его, наверное, успел ударить после того, как сохранено. Вы еще ничего услышали, я... Похоже, что бой будет нелегкий. Приготовьте орудия. Стыковка. И чё, стыковка? Отменено. Стыковка. Отменено. За глюки. Стыковка. Понеслась. Типа магистрали. Сейчас, короче, будут красненькие корабли. Сейчас сразу всех пинать начинаем.
Ну, я помню, там надо пинать эти самые астероиды, чтобы что-то с них добывать. Что-то такое помнится мне. О, радиоген какие-то слабенькие, да? Господи, боже мой! Господи. СОС! Говорит станция Фуэбла! Мы подверглись нападению, повторяю, на нас напали! Говорит патрульный Гамма-6. Вступаю в бой с врагом. Гамма-6, нас... У нас пожар на нескольких там он, наверное, матерился, да? Нас... Сработал. Я мы всех напинаем. Ну да, вроде сиреневой же херни нету, надо всех пинать. Ты можешь. Блин, к ним так. А, мне не хватает энергии. Расход по энергии большой. Корабль не рассчитан. Захват не сработал. Попинывают так, но пока щиты спасают. Вражеский объект зафиксирован. Угу. Надо экономить энергию. Станция разваливается на кусочки, скорее! Захват не сработал. Опять металлолом, наверное. Вот когда они рядом, надо пинать. Прям вообще. План. Я под сильным огнем. Что ты запарил? Вижу врага. Я нацелился. Готов. Если лучше захвата не сработал, значит она на боты или щиты. Я говорю, можно... Щиты целые. Ну, давай, сейчас надо его полностью разобрать на кусочки. Да, это был последний. Фуэбла, доложите состояние. Вышла из строя система жизнеобеспечения в нескольких секциях, но мы в порядке. Что произошло? Мы устроили западню шайки Эшкрафта. Но они не вышли из торговой линии, как мы думали. Они прилетели с поля, застав нас врасплох. Истребители СБС были сбиты очень быстро. Где все транспорты? Когда началась бойня, они направились в поле Сильвертона. На одном из них мы установили жучок. Посылаю координаты. Получили сигнал? Да, мы целы и невредимы. Спасибо, Пуэбло. Они за это ответят. Удачной охоты! Эшкрафт наш! Трент, лети по координатам! А то б я не догадался. Когда на маршевых двигателях летишь, не это самое, нельзя стрелять. Кинг, что происходит? Где Эшкрафт? Мы у него на хвосте! Пуэбло удалось установить маяк на один из кораблей Эшкрафта. Пуэбло. Мы следуем его сигналу. Нам бы не помешала помощь. Ну да. Принято. Я вызываю несколько звеньев истребителей с Рио-Гранде. Не глупи, Трент. Подожди подмогу. Гамма-6. Говорит патрульный флота Зета-1. Продвигаюсь к вашему местоположению. Не знаю, мне сказали лететь. Чё? Глупи, не глупи. Вот они, Эшкрафт и его банда. Должно быть это место, где они оставляют артефакты. Это СБС Гамма-6. Мы нашли Эшкрафта. Требуем немедленного подкрепления. Идите на мой сигнал, прием. Оставь транспортные корабли, Трент. Нам надо избавиться от истребителей. Гамма-6, говорит патрульный Зета-1. Готов к атаке. Рад вас видеть, Зета-1. Мы разыскиваем преступника под именем Эшкрафт. Он нам нужен живым. Подтверждаю. Говорит ведущий Зета. Атаковать истребители бродяг. Блин, надо посмотреть, как щиты заряжать. Я у них на мушке.
F, да? F, надо не забыть, что F. Что? Сильно разбирают. Да ты запарил. Есть повреждения, но я в порядке. Ракеты пока что по мне не летят, это хорошо. Когда крестик за квадратиком, смысла за ним нету особо охотиться. Это значит, что он сильно поворачивает и не успевает долететь до него пули. А когда вот так летят, тогда есть смысл. Всем отрядам! Все, сдохли. Я нашел Эшкрафта! Он летит в поле! Фред, мы не можем позволить ему уйти! Черт! Эшкрафт пытается бежать! Он включил маршевые двигатели! Выстрелили по нему блокиратором движения! Черт! Блокирующая ракета не попала в Эшкрафта! Он перешел на крейсерскую скорость! Нам надо поторопиться, пока он не ушел! Включай свои маршевые двигатели и лети по координатам! Я уже лечу без тебя. Че тупишь? На самом деле времени такой нету. Там единственная будет жопистая одна миссия. Это я вот помню еще, сколько прошло лет, да. Жопистая миссия в чем? Там надо будет за время пролететь и что-то не удариться. Ну, типа какая-то гонка там будет. Я, может, даже без прохождения. Ну, если не получится, там с первого, второго. Я чисто так пройду и потом продолжу. Потому что я помню, я очень много мучился на ней еще тогда. Там что-то не так уже все, что-то там зацепило уже, до свидания. Вот он, Эшкрафт. Вот мы его теперь пинаем. Да главное Эшкрафта напинать, я помню. Ты его напинаешь, все остальное уже будет пофигу. Пинать можно здесь, в свободе. Давление сверху усиливалось в течение последних нескольких недель. Ладно, я хочу их напинать. Что около месяца назад Рейнландская экспедиция обнаружила целый новый запас этих вот штук на отдаленной планете в системе Микрон. И в смысле, все знают, что существуют руины, но это в основном пыль. И артефакты так же безжизненны, как их создатели. А вот эти новые артефакты не такие. Они действующие и могут быть опасны. И СБС, и флот свободы усилили патрулирование. И до меня дошли слухи из СБС, что президент вскоре вообще объявит эти артефакты вне закона. Манипулирование отказало. Жизнеобеспечение отказало.
Отказала. Блин, как он двигается, не поймешь. Просто с них может попадать всякое там. Да, я хочу напинать. Их там бабосики могут выпасть. Будь хорошая. Но мне правда. Да, мне сейчас будет постоянно это говорить. Тут последний остался. Ну запарил. Какой он? Моя цель горит. Бандит спит. Луч захвата не сработал. Все. Направление. Тренд, нам надо лететь быстрее. И вот так он будет постоянно говорить. Включить. Да, вот эти вот две включить, остальные выключить. Это что, вроде выключение, отключение, да? Нет. А мы к вратам летим. Там у нас в инвентаре. Кинг, это Джуни. У вас с Трентом все в порядке? Каков ваш статус? Прием! Мы в порядке. Задание выполнено. Мы Эшкрафту испортили праздник. Он уже был готов вывести артефакты на черный рынок, когда мы его взяли. Ты ведь не убил их? Я помню прошлый раз. Нет, Трент его держит связанным, его в спасательной камере. Он заслуживает худшего. Он получит по заслугам, но перед этим он расскажет все, что нам надо знать. Я подготовлюсь к этому прилету. Осторожно, по пути в Нью-Йорк, люди из шайки Эшкрафта могут попытаться освободить его до того, как он окажется у нас за решеткой. Стыковка. Ну вот, мы какого-то хрена поймали, который нам сейчас все расскажет. Что происходит, что за артефакты. Что за фиолетовые... Яйца Фаберже. Говорит диспетчер гиперперехода линкора «Единство». Назовите себя. Это патрульная гамма 6 на спецзадании. У нас тут пленный для СБС. Просим разрешения продолжить путь. Прием. Подтверждаю, гамма 6, вы получили разрешение. Конец связи. Спасибо, единство. Должно быть, это Джуни для нас устроила. Полетели. Это Джуни, меняем планы. Ты с Трентом идешь прямо на линкор в Миссури возле зоны 21. Я там позабочусь об Эшкрафте. Миссури! Да, интересно. Обычно флот дальше 31-й зоны не суется. Но уж, видимо, им очень нужен Эшкрафт. Эшкрафт. Почти на месте! Еще одна торговая линия! Ну, покажи. Черт! В разведывательном управлении были правы! Еще бродяги! Трент! Нам надо их прогнать! Форт Буш! Это СБС Гамма-6! Нас атакуют! И нам потребуется подкрепление! Прием! Говорит Форт Буш. Высылаем вам на подмогу два звена. Звено Альфа Форта Буш на связи. Атакуем врага! А, это наоборот, который включены. Понятно. Понятно, вот эти два надо включить.
Так, где у нас тут? Блин, включить, я сказал. Где он? Вот он. Блин. Давай, давай, давай. На финал. Просто стоял, разворачивался. Можно было напинать просто так. Цель выбрана, приближаюсь. Просто энергии не хватает постоянно стрелять. А этого вроде хватать будет. Торбим сильно. Может дрейл выключить? Давай торбим включим. Торбим очень мощный. Враг досягаем, иду в атаку. Я прицелился. Ну, мощный для этого уровня. Все, оказывается, нет. Эти пираты будут постоянно увеличивать геймплей. Постоянно будут что? Стыковка. Постоянно будут напрягать. Чтобы бродяги напали так близко к форту Буш, Эшкрафт, видимо, действительно знает что-то важное. Далеко, далеко летим. Почему-то СБЛ, а у нас СБС. Или что такое? Говорит трубка линкора Миссури. Назовите себя. Это патрульный Гамма-6 на спецзадание СБС. Мы везем заключенного командиру СБС Джунка Зейн. Прием! А в линкор, по-моему, войти нужно. Ждет вас. Вас понял. Гамма-6 заканчивает связь. Время получать кредиты, Трент. Подожди. Да, я понял, да. Я уже лечу. Эй, Трент, конвой у Питтсбурга. В передряге им нужна помощь. Увидимся позже. Передавай привет Джуни. Тебе... Да, хватит говорить. У тебя достаточно людей? Трент, Эшкрафт опасный человек, и я не хочу лишний раз рисковать. Как-то на фрицев все похожи. Ах да, награда? Я даю тебе коды доступа. Сейчас оба кода загружаются в твою нейросеть. Ты еще найдешь там поощрительный приз. Спасибо. Ты хорошо поработал. И что будет с Эшкрафтом? Конечно, его допросят. Это крупнейший контрабандист. Уверена, что он заговорит. Тем временем, имея полный доступ, я думаю, ты найдешь, чем заняться в мое отсутствие. А ты куда? Мне дали задание. Но далеко не улетает, ты мне можешь понадобиться скоро. Ну вот на этом, пожалуй, мы и закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Доставили мудака какого-то. Сейчас полечимся, починимся. Вот. Ремонт завершен. Все. Отдадим барахло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вообще не забывайте про все, комментируйте. Так что до встречи в следующей серии. С вами был Виталий. Всем удачи, пока.